Здравствуйте. Спасатели прогнозируют подъем уровня воды до критических отметок на реках автономии из-за неустойчивой погоды и обильных осадков. В связи с этим возможно подтопление населенных пунктов и дорог, линий связи, электропередач, сенокосов, полей, приусадебных участков, низководных мостов. Главное управление МЧС направило рекомендации главам районов о принятии необходимых мер. В случае подъема воды следует сохранять спокойствие, не паниковать, собрать документы, вещи и по возможности покинуть зону затопления. Не забывать об оказании помощи детям, инвалидам и людям преклонного возраста. Организовано межведомственное взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, оперативный обмен информацией, мониторинг паводковой обстановки на водоемах области. В случае угрозы жизни и здоровью нужно звонить по телефонам 101 и 112.